такие же активные, они невероятно интересующиеся. И они для себя открывают Россию, которая для них гораздо более экзотичная страна, чем для людей, которые приезжают сюда из ближнего зарубежья. Мне очень интересно было знать, как IT может помочь индустрии экологии и еще фэшн. Это как рандеву с многими культурами. Самое лучшее, я имел возможность пообщаться с моими братьями и сестрами из духовенства разных стран Африки. Сегодня мне интересно было Росатом, Газпром, Лукойл, потому что это в моей профессии инженер в Урине. Узнавайте Россию, интересуйтесь Россией, дружите с Россией. Я надеюсь, что вам здесь очень понравится, наша дружба будет продолжаться и далее. Дружба между нашими дорогими, любимыми участниками программы «Новое поколение из Африки» и нами, русскими.